О спортивных событиях. В выходные дни на базе 2-й Солигорской школы состоялись областные соревнования по туристско-прикладному многоборью в технике пешеходного туризма. Участие принимали начальные классы. Ребята совсем недавно познакомились с таким видом спорта. И для многих это первые соревнования. Это соревнования для самых маленьких деток от 2014 года и младше. Такие соревнования у нас проводятся раз в год. И сегодня приехало около 8 районов, и сегодня пройдут дистанцию 150 человек. На соревнованиях у нас представлено две дистанции. Это группа А, дети 2012 года, 2013, и группа Б, 2014 года, и младшие дети выступают. Дистанции все нет сложные, то есть дети, которые только приходят заниматься в туризм, они посильно могут преодолеть спокойно. Ребята демонстрировали навыки обращения со специальным снаряжением, умение преодолевать подъемы, спуски, переправы. Акцент на технику выполнения. Строго отслеживалось соблюдение правил безопасности, использование страховки. Каждое подобное состязание – это опыт как для спортсменов со стажем, так и для новичков. Мне нравится заниматься туризмом, потому что тут хороший коллектив, тренера хорошо все объясняют, показывают, рассказывают. Тренера много подсказывают где-то что-то, вот, ошибки, какие надо доработать, вот. Я уже занимаюсь более 3 лет, ну, мне очень нравится, и я с удовольствием занимаюсь и хожу на тренировки. Мне нравится участвовать в соревнованиях, всегда такая интрига, какое ты место замёз, как ты выступил. Мне в туризме нравится бегать дистанцию старших. Я бегаю по 2-му классу, есть еще там 3-й, 4-й класс. Мне нравится бегать 3-й класс, потому что там надо лазить на высокую высоту, и там очень интересно, весело и экстремально. Мне сложно дается бегать с картой и находить определенные штуки там на карте всякие, ну и так далее. А так остальное все мне дается достаточно легко.